Супер, ставим плюсик. Это очень просто, это очень просто. И ты не задавай мне глупые вопросы. Не помогут слезы, не помогут слезы. Уходи, прощай. Чужими руками шепчешь без слов.
выйдет, мы один так допадемся. Ты же другой была, стала для них игрушкой. Разве не видишь сама? Ква-ква. Считаешь себя королевой. Ну что есть, то есть. Правда. Они же смеются в ответ. Вот блин. Как любовь в юных 16 лет. Чужие врача, я дура, тупая, петь не умею. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. Чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. Чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. Чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе. Я не пью вообще. Просто хорошее настроение. Девушки, как звезды, что стоит в небе до утра. О, я раньше обожала Дубина в детстве. Это было... О, давайте про меня песню. Лиза не улетает, Лиза не исчезает. Дубина, что ли? Конечно. Девушка, это была под подкол внизу. Кот, похудей, отравись. Еще вчера не знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза. И новой встречи ждет день за днем. О, Лиза, Лиза, когда теперь увидимся вновь? Не знаю, кто знает, может, это любовь. А может, а я еще не смог сказать о самом главном. Тебе всего лишь несколько слов. О, Лиза, Лиза, не исчезай. Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание сейчас уже так близко. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и признаться тебе, что я навек обязан судьбе. Именно так. За то, что мы с тобою повстречались, Лиза, однажды на огромной земле. Лиза, сегодня между нами моря. Да-да. И груз сильнее день ото дня. Бывает. И только я, как прежде, буду верить, Лиза, что ты все так же любишь меня. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близко. Лиза, вы меня задрали. Мамашки повылазили тут. Было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотя бы я сегодня. Лиза. Лиза.
со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание, час уже так близок, Лиза. Повеселее что-то, да? Или не что? Помнишь такой же? Конечно. Как я вас обожаю. У меня такое офигенное настроение, что мне посрать на вас. Как бы так. Просто никто не понял, кому факи. Факи — это те, ну, видели, да, комментарии, какие гадкие пишут мне. Еще 10 раз напишите, мне насрать, я могу вам еще факт показать, и все. Ну, как бы, никакой реакции не будет, мне очень классно, мне весело, да, я человек, мне весело, прикиньте. Я не всегда плачу, иногда плачу, редко. Теперь плачу. Потому что у меня дискотека 90-х, поэтому я не отвечала. У меня хорошее настроение, почему должна вообще что-то отвечать? Ладно, давайте поотвечаем. Что? Фигню не скажешь, бесит. Да. Е. Уау, уау. Если вам, чтобы быть веселым, надо бухать, то мне достаточно хорошего настроения. Почему у меня хорошее настроение? Потому что сегодня увидела друзей своих, ну и в принципе у меня хорошее настроение, потому что, ну, просто у меня отличное настроение, очень рада, что жизнь моя все так складывается. Это у меня шикарное настроение, прекраснейшее. Куда едешь, не обращай на отдых внимания. Блин, мне что-то жарко в кожаной куртке сидеть. А на улице уже не жарко, да? Так долго ехать? Не хочешь, удачи! О, вот это да, How much is the fish? Блин, на третьем классе танцевала, под эту песню выступала. Это моя дочь раньше все время танцы ставила в школе. Ой, ладно, что еще напишет гадость? Мне надо поесть срочно, мне кажется, мне плохо уже всем. Я вышла на сцену, я даже сказать, мне что-то начало прямо
Рубить. Еще порвала платье уже. Прикиньте. Сколько нам еще ехать? Я уже устала. 20 минут. Еще 20 минут? Ненавижу Москву, пятница, суббота. Так долго все едет. Хватит писю лохматить. Слушай, челочка с челочкой, которая уже давно не в моде. Ну, как бы, давай ты это по себе будешь судить. Если я была пустышкой, не смотрели бы мне люди, и вообще, в принципе, я была бы где-то там, где ты сейчас. Для них включим писю. Для них? Я все, мой вырез. Все дело поправляла. И бегом на работу. Знаете эту песню? Нет. Нет? Погружаться. Шикарно, да? Да? Короче, песню включили для вас. Ты дура, ты тоже. Что мне поссать, чуть не вынесешь. Вашим детям будет стыдно, что у них такие мамы, которые сидят и строчат. Чтобы старые строчить тоже. Здравствуйте. Что-то будет. Здравствуйте. Сейчас что-то будет, да? Здравствуйте, заебавшие рожи. Oh,
даже на дискотеке. Если бы на ребенок через 600 метров поверните налево. Да-да. У меня мама тоже в соцсети ходит, причем каждые выходные. Я еще меньше хожу, чем моя мама. Вопросы есть вообще какие-нибудь? Люди ходят, когда они хотят. Так что вы, пожалуйста. Вы заметили, что сейчас просто вылезли все? Все вонючки, это после эфира. Все вонючие вонючки. Девчонки, я вас огорчу. Листаните мой инстаграм, у меня всегда были такие фотки, всегда, и это нормально. И когда мой ребенок меня спросил, как, что, я показала ей фотки, извините, наших медийных звезд, вообще звезд, медийных людей, фотографий женщин, у которых прекрасные формы, которые прекрасные фотографии, есть даже плейбои. Мой ребенок все понял, сказал, все понятно, мамочки. Пожалуйста, угомонитесь, у кого все хорошо с фигурой и так далее, они могут себе позволить сделать такое видео. Если ты не можешь или ты стесняешься себя, то это твои проблемы. Я от себя кайфую. А кому не нравится, нам, в принципе, по жизни не по пути. Вообще, в принципе, я никого не держу. Всем до свидания. Кукушка мама. Твою мать. Где вы взяли сегодня все? Согласна, согласна. Не оголяю. Как жизнь прекрасна. Спасибо. Я то считаю, 30 лет самый рассвет. Ребят, мне 23 января будет 30-ка. Это будет бомба день. Я прям уже знаю, что будет в этот день. Мы же почти подъехали, да? Ехать-то? Да нет. Пешком бы дошла быстрее, да? Была бы в кроссовках. Вонючая пробка. 20 минут еще ехать? Блин, у меня же тоже ребята даже оттуда уж... Мы сколько уже едем? 50 минут? Я ненавижу пробки в Москве. 45 едем, да. Похер на негатив. Нет, я не жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня горячо. Да, банальная, да, такая, как все. Не такая, как все. Ты не такой, ты другой, с тобой. Все наоборот. Я позволила верить в любовь. Это позднее. А у меня один секс, да, секс. Я люблю секс. Это нормально. Я нормальная женщина, которая любит секс. Считаю секс главным. Да. Люди про все, что говорят, но ты не такой, ты не такой. Ты не такой. Можно зарядку, я там
еще 20 минут, а то у меня уже воткнуть. Да, мы еще вообще подружки сейчас встретимся, обсудим как раз этот момент. Согласна. Секс – это все.
сегодня одни гадости пишет. Это после эфира, видите? Ладно, ребят, я выхожу. Сколько нам еще? Еще 11 минут. Меня уже тошнит. Через самый центр. Нет, мне вообще настроение испортили. Надеюсь, не я. Нет. Вообще не испортили, просто если бы я ничего не ела ни до сих пор, и не киньте, я уже третий день так хожу. Я же так не съела, тут йогурт открыла и оставила. Пыталась съесть печеньку, но я смогла все два раза откусить, вообще не могу есть. Нет, мне предлагала Марина поесть тоже роллы, и я не хочу. Да. Гулять. Не знаю, только я тебя.